О, Майкл, это ты? О, привет, Джексон. Привет, дружище. Заходи, не стесняйся. Чувствуй себя как дома. Я тебе сейчас покажу твою комнату. Спасибо большое. Ну чё, как ты там поживаешь-то? Как дела? Да, хорошо, все отлично. Как видишь, домик хороший. А вот, в общем-то, твоя комната. Вау. Можешь уже устраиваться. Спасибо большое. Действительно, очень красиво. Особенно вид такой прям... Вау. Мне очень нравится. Спасибо большое. Да, не за что. Хорошо. Я тогда распакую вещи. Хорошо. Вау. Классный домик у него. Джексон! Да, Майкл. Ну, я вещи распаковал. Да, хорошо. Давай я тебе, в общем-то, все покажу поподробнее. Это, как ты уже понял, моя комната. Давай я тебе покажу, в общем-то, как кухню. Вот такая вот кухня. Вау. Очень красивая кухня. Да, вот тут камин, достаточно дорогой. Да, в общем-то, такие дела. Чё ты, хочешь, чтобы я что-нибудь приготовил? Могу там яичницу или еще что-нибудь. Если вдруг хочешь что-нибудь другое, я могу сходить в магазин. Он вон неподалеку. Ну, я даже не знаю. Как хотите, то и делайте. Ну, я тогда, в принципе, могу сходить в магазин, купить получше еды. Хорошо. Здравствуйте! Так. Держите. До свидания. Майкл, я пришел. О, привет! У нас сегодня будет просто отличный обед. И что же ты купил? Я купил жареные рыбы. О, классно. Ладно, давай я ее тогда пока приготовлю, а ты пока немножко подожди. Хорошо. Ну, я сейчас приду, мне кое-что надо сделать. Да, хорошо, я пока готовлю рыбу. Так, ой, вот блин, камера упала. Я слышал какой-то звук, у тебя что-то произошло? Нет, упала камера. А, хорошо, я тогда пошел продолжать готовить. Хорошо. Так, где здесь у меня была ручка? Я же веду личный дневник. Так, вот. Напишу, что случилось за сегодняшний день. Майкл, иди кушать. А? Да, иду. О, уже хочется поесть. Проголодался-то сильно я. Садись, не стесняйся. Спасибо большое. Вот, держи. Спасибо. Вкусно. Ну, я старался. Спасибо вам еще раз большое. Да не стоит. Кстати, а почему вы не зажгли камин? Просто у меня был один раз очень-очень страшный случай, когда я ушел из дома, а камин горел. И у меня сгорела половина стены. А, понимаю. Ну тогда я пойду полежу немножко на кровати, а то я за сегодняшний день, знаете, очень сильно устал, да и в дороге было. А, точно. Кстати, я у тебя забыл спросить, как тебе мой личный водитель, который вел тебя по автобусу? Нормально. Мне очень сильно понравилось. Но у него большой опыт вождения автобуса. Ладно, давай, я не буду тебя задерживать, можешь идти спать. Спасибо большое. Да не стоит, не стоит. О, камера. Наконец-то я ее настроил. Пойду покажу Джексону. Джексон! Да, Майкл, что случилось? Смотри, какая камера. Вау, прикольная. Ну ладно, иди спать. Я сейчас уже скоро тоже лягу. Мне надо домыть посуду. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи, Майкл. Надо будет поставить, кстати, камеру на ночь. Посмотрим, что же. Меня так попугали друзья.
что может типа что-то произойти, но я не верю. Так. Ага. Так, ну все. Утро, наконец-то. Ну что там, камера моя? Угу. Все, ага. Положу-ка ее пока что сюда. Угу. Джексон! Джексон, вставайте. Ой, да-да-да. Извини, что-то немножко заспался. Доброе утро. Слушай, может, ты же все-таки приехал ко мне отдыхать? Может быть? Сходим, покупаемся. У меня тут довольно хорошая чистая вода. Вот тут прям неподалеку от дома. Ну можно. Ну ладно, пошли. О, блин, уже не терпится. Да, конечно, проходи, вот сейчас закрою двери. Вот, вот тот самый пляж. Вау. Как видишь, там уже стоит лежак и стульчик. Я здесь что на стульчике. Ты можешь полежать на лежаке. О, классно. Ладно, давай посидим, я тебе кое-что расскажу. Давай. В общем, для меня это небольшая трагедия. Раньше, вот как видишь, я обычно этот лежак, этот стол убирал. Но это еще осталось с того момента, как умерла моя жена. А, что случилось? Она как-то раз пошла плавать, туда прям далеко-далеко заплыла, а я в тот момент отходил домой налить, в общем-то, мартини. Ну, и, в общем-то, прихожу, ее нигде нет, и потом уже буквально через месяц, когда проводили обследование, нашли ее труп. Блин. Как видишь, уже дождик пошел, мы, наверное, уже не сможем покупаться. Да капец, блин, вечно изменяется погода. А да. Может, это и к лучшему. Ой, гром, давайте уже пойдемте. Жалко, что сегодня мы не смогли покупаться. Да, но сегодня у меня настолько сейчас плохое настроение, как я только вспоминаю о своей жене Лилии, она меня... Блин... Странно, почему это выключили свет? Я не знаю, слушай, а если уж подошел такой момент, может быть, будем рассказывать друг другу страшилки? А, ну можно будет. Как раз-таки скорая ночь, как раз-таки очень страшная атмосфера. Ага. Я вот как раз-таки зажег камин. Ладно. Давай, кто первый начинает? Давай я. Давай. Началась эта история, была, точнее, ты понял, короче, в 1996 году. Там жила семья Эдвардов. Ну, было как всегда, все было хорошо, всем было весело. Тогда они устроили вечеринку в тот день, 22 марта. Так вот, вдруг неожиданно выключился свет, все ничего не поняли. И вдруг издался крик. Это был крик маленькой девочки лет 10-12. Все ничего не поняли, быстро пошли, обернулись, а ихнего друга уже нету. То есть он просто испарился, исчез. Они все перепугались просто и разбежались по разным комнатам. И вот просто все начали исчезать. Просто вот, не знаю. Все вот просто вышли, и никого. Вышел человек, и никого нету. Жесть. А, что это было? Ты тоже это слышал? Да. Слушай, пошли проверим. Блин. Блин. Давай, давай, только осторожней. Двери открыты. Оу. Блин, темно как-то.
Пошли, заберемся в твою комнату. Пошли. Не, серьезно, страшно немного. Мне тоже. Сейчас, подожди, дай мне посмотреть, что там. Вроде никого нет. Пошли. Блин, уже темнеет. Что делать? Еще дверей нету здесь. Слушай, я не знаю. Я. О, свет включили. О, это отлично, отлично. Слушай, это, если вдруг тебе немножко страшно, я могу завтра позвонить механикам, а они тебе быстро сделают дверь. Ну, если можно, конечно. Да, хорошо. Ты же знаешь, что у меня с деньгами все хорошо, так что мне не жалко. Ну ладно, тогда давайте уже. Ладно, давай. Спокойной ночи. Угу. Спокойной ночи. Так, камеру поставим-ка сюда опять. Так, все. Посплюсь со светом. Пойду. Что? Камера выключена? Странно, я что, ее забыл поставить? И свет выключен. Джексон! Джексон! А где Джексон? Джексон. О, фуф. Джексон. Доброе утро. Да, привет, доброе утро. Так, можно, пожалуйста, яичницу приготовить? Да, хорошо, сейчас приготовлю из набора еды, которая у меня на данный момент есть. Сейчас. Все уже готово. Красиво же у вас все-таки тут. Да, вот уже готовлю. Действительно, очень красиво. Да, я специально, в общем, хотел такой вид. Все, сейчас я тебе на тарелочку все положу. Пошли. Все, можешь садиться и кушать. Спасибо большое. Да, не за что. Вкусно. Очень даже вкусно. Давай сразу мне посуду. Вот, держите. Да. Угу. Я спасибо большое. Я сразу помою, чтоб. Хорошо. Все. Так. А почему, кстати, у вас здесь так мало, ну, обустроено в вашей комнате? Потому что я не люблю, когда в комнате слишком много вещей. Потому что я тебя знаю, ну, ты сам знаешь, с детства. Я всегда знал, что тебе нравится, когда будет много обустроенных вещей. Я специально все приготовил до твоего приезда. И, кстати, это, да, я забыл позвонить. Чем надо позвонить, да? Чтоб тебе все сделали, двери поставили. Хорошо. А можно пока что я схожу в магазин, просто мне пить ужасно хочется. Да я, в принципе, могу сам сходить. Ну не, я просто хочу посмотреть, как там в магазине. Ну ладно, хорошо, хорошо, иди. Спасибо. О. Здравствуйте! Всем привет! Так. Что здесь есть? О, кола. Можно мне, пожалуйста, колу? Вот, держите деньги. Ага, все, спасибо. Кстати, я не пойму. А чё так прям... Камера всегда вы... Ну, тогда выключилась. Странно очень. Надо будет, кстати, посмотреть видеозапись. Можно даже сейчас сесть, посмотреть. Джексон? Джексон? Вы тут? Джексон? Джексон? Да блин, где Джексон? Майкл? О,
Ой-ой-ой. Чё так пугаете, Джексон? Ну, извини, если я тебя напугал. А где ты был? Ну, это моё личное дело, тебе лучше об этом не знать. Ну, хорошо. Ладно, тогда можешь идти, я просто посмотрю, что на видеозаписях заснял камера. Ладно, хорошо. Так. Все, пошла шарманка. Что? Что? Джексон заходил в комнату. Чего он достал меч? Да, наверное, игрушечная. Ладно, вторую запись. Так. Угу. Опять Джексон. Зачем Джексон заходит ко мне в комнату? Он выключил камеру. Ясно, понятно, кто выключил эту камеру. Ой, ладно. Так, Джексон. Джексон? Странно. Где он? А, вон он. Как теперь мне выбраться? Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чего, Майкл? Что произошло? Джексон, что? Вы ж только что были там. Ты о чем? Я 100% только что видел вас там. Я сидел в своей комнате все это время. Странно. Ну ладно. Я тогда пойду. Что? Где я? Что? Что происходит? Где я? Ой, ой. Извини, но ты умрешь. Что? Это был сон. Блин. Он это узнал. Боже мой. Мне нужно. Джексон? Ой, ты почему не спишь? Да мне приснился кошмар. Я пойду попью воды. Ну, ты можешь рассказать мне об этом кошмаре. Да не, мне что-то не хочется о нем. Почему? Ты можешь от меня ничего не скрывать. Да не, это очень просто, знаете, если такая погорка, расскажешь, сбудется. О, блин. Джексон? Джексон, что вы там делаете? А? Что за... Блин, мне уже какой-то Блин, что со мной происходит? Ой, я лучше лягу спать. Что за... Что со стеклом? Майкл, что произошло? Я сам не знаю. Блин. Офигеть. У меня первый раз такое. Что случилось? Как это вообще возможно? Смотри, смотри. Вот здесь около заколоченного... Слушай, пошли, может быть, выйдем отсюда из этого дома, а? Давай. Смотри, вход закрыт. Ой, вот блин. Ты это видел? Боже мой. Ты видел там был? Ты видел? Нет. Там была какая-то девочка. Боже мой. Блин, мне страшно. Пошли поднимемся на твой этаж. Вот блин, ты уже серьезно чересчур. Что такое? Ты совершенно не про эту девочку говорил. Ты тоже только что видел? Ага. Вот вообще, что происходит? Сам не понимаю. Слушай, блин, я сейчас перетащу свою кровать. Может быть, я с тобой переночу, мне очень страшно. Хорошо. Сейчас, подожди, я перетащу. Что? Да. Держи. Нет! Нет! Не может быть! Как это случилось?
Что произошло? Нет! Майкл, беги! Как? Что? Беги, Майкл! Вот блин! Блин! Что же делать? Дверь заперта! Ай! Опять! Блин, я не знаю, что делать. Вот блин, что происходит? Блин, мне очень страшно. Мама, забери меня. Майкл! Я не могу управлять своим телом!